Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN, разработчики выложили на продажу он Су-100Y, он же Сарай. Ну почему Сарай, я думаю, вы догадываетесь, потому что не заметить его просто невозможно, промазать просто нереально. Короче говоря, просто-таки рай для косоглазых танкистов, которые стреляют куда попало, но хотят при этом попадать. Вот в него они попадать будут однозначно. Единственное, что здесь танкует, это маска орудия. Все остальное, ребят, дикий картон, может где-то какие-то стыки, но в основном, ребят, пробивать будут куда угодно. Да и как попало. Что касается не становитесь бортом, ну понятное дело, не становитесь бортом, потому что когда вы бортом становитесь, сюда промазать просто-таки нереально. Ну, то же самое касается, ребят, и кормы. Это все, что можно сказать по бронированию и по силуэту данной машины, стоя непосредственно в ангаре. Что касается орудия. Орудие, ребят, уникальное. Его уникальность заключается в том, что на своем 6 уровне это орудие и так закидывает по 460 единиц альфы. А когда вы заряжаете себе бронебойные голдовые снаряды, то у вас не поднимается уровень пробития, а наоборот падает на 20 единиц. Но, ребят, при этом увеличивается существенно, практически на 100 единиц альфа. И целых 530 единиц альфы вы можете втыкнуть в своего противника, если вы уверены, что вы его пробьете своим голдовым снарядом с пониженным уровнем пробития. И это действительно бомба такая, которую представить себе сложно. И именно поэтому осколочно-фугасные, как правило, используют при 600 уроне за выстрел, используют только для того, чтобы вслепую сбивать, допустим, какие-нибудь захваты, и не более того. И если ребята хотят накидывать больше урона, чем базовым снарядом, то переходят не на осколочно-фугасные, а именно на бронебойные голдовые снаряды. Что касается минуса по орудию. Минусом данного орудия является минус данного орудия. Всего лишь минус 5 вниз опускается пушка, и это очень дискомфортно на неровностях, но если вы привыкнете к самой сушечке, поверьте, вы этого даже замечать не будете. Что касается ДПМа, он нормальный для своего уровня в 1830, только лишь потому, что просто бешеное время перезарядки. Целых, ребят, 15,1 секунды. 15 секунд вы будете ждать перезарядки. Это говорит о том, что вам ни в коем случае нельзя выезжать на передовую. Ну, прям совсем ни в коем случае нельзя. Плюс к тому, ребят, у данного орудия очень-очень долгое время сведения. И это говорит о том, что данная машина должна использоваться вами исключительно на дальних расстояниях со спокойным, размеренным геймплеем. По возможности не вырываться куда-нибудь вперед. Будьте танком поддержки, выполняйте ту миссию, которую на вас возложил Су-100Y. И по-другому у вас не получится хорошо и качественно данную машину отыграть. С учетом того, что она морально устарела, безусловно, отыгрывать машинку на сегодняшний день становится сложнее, чем раньше. Потому что современные танки, особенно огромное количество на 6 уровне танков, введенных всякого рода батлпассами, с каким-то бешеным временем перезарядки и 160 единицами урона за выстрел, они, в принципе, разбивают вас в кровь, в щепки. Просто пока вы перезаряжаетесь 15 секунд, вас разбирают, ну, просто таким, как молодого. Но, ребят, данная машина, она существует в игре столько, сколько я себя помню в этой игре, а я в нее играю 8 лет. И этот танк достался мне 7 лет назад, если я не ошибаюсь. Я долго мечтал об этой машине. И в те времена машина была просто бомба. О ней мечтали, потому что ты реально заходил и разносил всех, не то что в щепки, ты просто разбирал всех на какие-то маленькие-маленькие запчасти. Я бы сказал так, ты стрелял, и твой противник превращался в коробку с пазлами, которая упала с полки и рассыпалась у вас по полу. Вот так вот приблизительно раньше игралась данная машина. Понятное дело, что сейчас с приходом новой техники, как прокачиваемой, так и коллекционной техники и прем-машин, безусловно, играть на Игорьке стало куда сложнее, куда тяжелее. Но кайф от этого не меняется. И кайф данной машины заключается в том, что вы являетесь полезным, даже несмотря на существенное время перезарядки и, я бы сказал, крайне низкую живучесть. Объясняется это тем, что, в принципе, ребят, за один залп вы даете 500 урона. За два залпа вы даете 1000. А значит, двумя своими выстрелами вы покрываете вашу ХП, которой вас наградили. Заход в бой ваш уже окупился. Вы, имея 900 единиц альфы на Игорьке, нанося
два всего лишь точных выстрела по сопернику, наносите урона больше, чем весите сами. А значит, свою первоочередную задачу в бою в отношении того, чтобы наносить урон, вы выполнили. Я сейчас досмотрю данный бой вместе с вами и обязательно закину следующую каточку. И там, перед этим, мы посмотрим еще, какой результат по бою был конкретно в этом бою. Итак, друзья мои, бой закончился победой, и посмотрите на результат. 1460 единиц урона, практически ничего не делая. В команде по урону, сейчас к результатам этим мы еще вернемся, а в команде по урону, ребят, мы заняли второе место. Это при том, что мы не потели, а ребята реально потели, вкалывали, ребята большие молодцы. Так вот, ребят, говорю о том, что играя на этом танке, вы реально можете быть полезным, даже если вы не отыграли полностью весь бой. Что касается фарма, да, с учетом према 35 тысяч серебром, я бы сказал, это ни о чем, просто ни о чем. Эта машина не для того, чтобы фармить. Эта машина для того, чтобы получать удовольствие от боя. Эта машина для того, чтобы заехать и абсолютно спокойно, размеренно вывести 2500 урона, просто таки не заморачиваясь, если вам повезло с разъездом, если вы смогли занять хорошую позицию и ваши союзники не пасли задних. Эта машина для того, чтобы заехать в какой-нибудь интересный режим боя, допустим, в гравитацию, ну и там поиграть. Вот для этого машинка, да, машинка однозначно предназначена. Нагибает ли? Я бы сказал, что да, порой нагибает. Вот бывают такие бои, в которых ты делаешь абсолютно налегке 3 или 4 фрага, в которых ты вывозишь по 2500-3000 урона. И, честно говоря, получаешь массу удовольствия. Огромное удовольствие ты получаешь... даже от одного выстрела. Когда ты делаешь один выстрел и своему товарищу-сопернику выносишь половину его ХП, а иногда и больше, чем 50%, ты реально чувствуешь себя, ну не знаю, каким-то таким, знаете, мощным качком, который зашел и налегке просто взял и поднял штангу. Вот просто не потея. И это действительно кайф. Так, ну что... Жаль, к сожалению, не получается по разъездам занять какое-нибудь такое место, в котором ты можешь спокойно стоять, спокойно закидывать урона. Поэтому приходится ехать чутка ближе к соперникам, сближаться с ними для того, чтобы, ну, хоть что-то сделать в этом бою. Вот товарищ еще один косанул я. Вопросов нет. Это вопрос не к пушке, не к машине. Это я просто психанул, очень сильно хотел закинуть в Су-100Y, но, к сожалению, поторопился. Как вы видите, силуэт у Су-100Y очень, очень велик, и найти себе какое-нибудь место, где вы сможете реально спрятаться, на данной машине крайне, ребят, сложно. Как я сейчас этого товарища не пробил, не понимаю. Скорее всего, попал куда-нибудь ему в каток, потому что, по большому счету, в Су-100М1, бросая в борт, ты практически всегда уверен в пробитии. Здесь же, блин, вообще как-то не получилось. Итак, голдовый снаряд. И 500 единиц урона, как с куста. Это действительно очень приятно, очень прикольно. И у товарища осталось хпшечки 600 с копейками. Такс. Ну что, будем посмотреть, кто где есть. Второй Игорек меня контрит. Хочет бросить в меня, как только я выйду. Но я, честно говоря, не горю желанием отхватить от него. Еще на 555 единиц закинули, итого два шота суммарно на 1000 единиц. Согласитесь, довольно-таки неплохо. Так, вот здесь надо мне сразу-сразу сваливать. Я еще на перезарядке. Давай. Большая туша у меня, вопросов нет. Но. Ты-то уже перезарядишься, да? Перезарядишься. Ладно. Так, надо отходить, потому что сейчас, сейчас будет больно и неприятно. Так. 663. Ну, согласитесь, ну прикольно же. Ну, действительно классно, действительно интересно, действительно фаново и весело. И пускай я его не добрал, а он, скорее всего, захочет сейчас добрать меня. Но это классно.
Это реально классно, и действительно Игорек именно этим и пленяет. Он пленяет этим многих. Многие говорят, что эта машина безнадежно морально устарела, что это шлак, что это кал, что это картон, что это неиграбельно, что это сущее мучение. Для меня эта машина сущий кайф, реально. Я очень часто выкатываю Игорька именно в те моменты, когда хочу получить просто моральное удовлетворение от игрового процесса. Не нафармить голды, не нафармить серебра, я не знаю, там, не получить кучу каких-то там наград, и не гоняюсь за средухой никогда. Я просто получаю удовлетворение от игры на данной машине. Вот просто нравится. Вот это мне не нравится, когда снаряд просто сквозняком пролетает через башню и не наносит урона при этом. Ну, я не знаю, я удивляюсь. Вот сейчас этот фраг должен был достаться мне, и как снаряд сейчас сквозняком просто прошел через башню танка, я лично не понимаю. Ну, картоха рулит. А что ж, картоха рулит. 2600 единиц урона. Это то, что я вам говорил. Знак классности мастер. Ребят, один уничтоженный товарищ, наша победа. И, ребят, с учетом того, что я потратился не кисло потратился на голду, я, ребят, вывез 57 тысяч серебром. Для шестого левела это классно, это нормально. И если убрать отсюда пополнение боекомплекта, я на него затратил целых 25 косарей серебра, ребят, это немало, я понимаю, это немало, но все-таки согласитесь, оно того стоило. Стоило потратить это серебро для того, чтобы получить тот кайф, который Игорек тебе приносит. Если бы я этого не сделал и был бы тот же самый результат на базовых снарядах, плюс-минус, я думаю, что это тоже можно сделать вполне спокойно, то здесь красовалась бы цифра в районе 80, ребят, серебром. И я считаю, что это довольно-таки неплохо. Что касается того, какое место в команде по урону я занял, простите, я выбежал, но обязательно сейчас вернусь, для того, чтобы мы с вами заценили место в команде по урону. Второе место. Дракула накосил, красавчик, 3000, и я обязательно поставлю ему лайк. Он действительно молодец. Столько урона накидать и сделать 4 фрага, действительно красавчик, и, по сути, он один из тех, кто принес нам победу. Но поверьте, Игорек тоже сделал свой существенный вклад. Ребята, это абсолютно честное мнение по поводу Сусто Игрик. Если вы за честность, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки однозначно. Однозначно жмите на колокольчик. Чтобы не пропустить новые видео, я стараюсь ради вас и надеюсь на вашу поддержку. Кроме вас, реально поддержать просто-таки некому развитие данного канала. Меня никто не пиарит и никто не продвигает. Поэтому на вас и надеюсь. На данный момент, ребят, у меня все. Покупать или не покупать, выбор за вами. Но мне лично Игорек нравится. Спасибо вам большое за то, что посмотрели мое видео. Увидимся в следующем. Всех благ, мира вам, друзья, и спокойствия. Пока-пока!